Ну вот, ребят, попалась, скорее всего, накладочка. Вот такая вот. Видно прям с позолотой. Во-первых, ребят, может подумать, что золото, но, к сожалению, нет. Какая-то штучка с позолотой. Да. Вот такая вот накладочка попалась. Здесь что-то закрепилось. Вот так вот. Ну, прикольненько все равно. Ну, ребят, у нас оружие поперло вовсю. Мушкет. Вот такой вот попался. Все, теперь в горе. Красавчик. Вот такое. Раритет. Так, ребят, ну что, серебрушечка у нас тут, ну да, имперская серебрушечка. Это надо обкурить. Да, сейчас мы ее взлохматим немного, так сказать, придадим ей эстетический вид. Дэшечку 1867, я думал, Николаевская. Это не Николаевская же. Да, подзатерто, но один хрен. Хорошо. Советик, ребят, у нас тут опять нарисовался. Даже не советик. Сигнал. Сигнал-то был. Но российский советик. А. Из Георгий Победоносец. Тут все как положено. Вот, к сожалению, только период. Ну, монетка. Сейчас позырим. О, такой цвет интересный у нее. И, по-моему, чуть мне кажется, там еще есть. А? Да, надо копать, ребят, по-моему, там еще будет. Такое, к счастью, бывает. Так, что там? Пятачок. 30-й год. Пролетарий. Ну, нормалды.